Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв», програма «Це вас хвилює», студія Мирини Шкрупська, я рада вас вітати. Як завжди, в понеділок ми говоримо про наше здоров'я, і влітку ми вже неодноразово говорили про кишкові інфекції, але повернемося до цього знову, тому що є прецеденти і є про що говорити. Гість нашої студії сьогодні Юлія Твердохліб, заступник головного лікаря дитячої обласної інфекційної лікарні. Доброго дня вам. Юлія Романівна, вже не вперше ми зустрічаємося в цій студії, говоримо про інфекції, особливо що стосується дітей. Літо така пора весела, але небезпечна з цього приводу. І ми з вами зустрічалися на початку літа і говорили, що треба робити для того, щоб провести час відпочинку без проблем. Але все ж таки проблеми є. І отже, на сьогодні вже початок серпня, вже майже середина серпня. Не майже, сьогодні середина серпня. Так, середина серпня. І що, якщо говорити про підсумки, то чи промайнуло це літо безтурботно для вашої інфекційної лікарні і на чому більше треба зосередитись? Ну, як і кожне літо, це у нас добрий день, дорогі телезрителі, добрий день. Проходить, звісно, не безтурботно, тому що це літо, завжди є детки, которые нет ребенка, который бы не перенес кишечную инфекцию, особенно летом. Как бы там мама ни старалась его держать в стерильных условиях, это невозможно. Каждый ребенок до возраста до 2 лет переносит в любой форме эту кишечную инфекцию. Чаще это, конечно, вирусная тема. Мы с вами разговаривали по поводу ротовирусной инфекции. Вот. Ну и бывают и бактериальные инфекции. Вот. Учитывая то, что сейчас много путешествуют на моря, это другая еда, другое питье, детки чаще склонны к заболеванию, к этому. Вот. Но это не есть как бы причина такой трагедии. Если мама правильно будет себя вести, о чем мы поговорим дальше, то как бы госпіталізацію в больницю можна легко избежать. Скажіть, будь ласка, от ви заговорили про мандрівників, так? Да, є да, таке да. Поняття, як діарея мандрівників. Угу. Отже, чому, коли людина, доросла, дитина, переміщається в іншу якусь середу, найчастіше це закінчується нехай не інфекціями, але якимись кишковими розладами? Ну так, да. Діарея путешественников, як такове поняття, це имеется в виду, якщо у чоловіка жидкий стул більше 3 раз в сутки, вот, может сопровождаться без температуры, без рвоты, просто вот такая симптоматика. Это характерно почему? Потому что человек попадает в другую среду, да, другое питание, другая вода, совсем другая пища, совсем другой состав и воды той же самой. Вот. Плюс это, конечно же, стресс для организма в целом. Вот. Поэтому и зачастую происходят эти симптомы, пока человек адаптируется. Ну, конечно, надо разграничивать диарею путешественников или это кишечная инфекция. Кишечная инфекция, как правило, всегда протекает с поносом, рвотой. У маленьких детей это, конечно же, температура. Ну, а щоб уникнути цієї діареї, от коли ми приїжджаємо на нове місце, хай не дуже далеко від дому, але на що звертати увагу для того, щоб уникнути цієї діареї? Ну, конечно же, это и несоблюдение правил личной гигиены. Прежде всего, когда приезжаете, соблюдайте правила, мойте почаще руки, не употребляйте немытые овощи, фрукты. Термически обработанную пищу надо употреблять. Не употребляйте сомнительные продукты, экзотические, которые вы сомневаетесь в их качестве. Вот. И правила личной гигиены. Никогда об этом надо не забывать. Если это маленькие дети, желательно водичку можно даже брать и свою. Брать бутилированную, очищенную водичку. В дорогих гостиницах даже есть, даже для, допустим, если мама поет ребенка или сама пьет, они взяли свою воду. Вот чистка зубов может привлечь с собой кишечную инфекцию, потому что в той воде, которая там с крана течет проточная, тоже могут быть бактерии. Вот. И в дорогих, допустим, гостиницах есть специальная вода для чистки зубов. Даже угу. Вот так вот. Ну, якщо у нас не вистачило коштів, не вистачило, то візьміть воду з собою. Тут треба возити воду з собою. Головне – це вода і чисті вода, руки, так? Вода і чисті руки, так. Ну, а як же нам уникнути такого соблазну, як їжа на пляжі? Ну, для дітей це взагалі категорично запрещено. Ми навіть не будемо це обговорювати. Мамы самые зачастую виноваты, потому что там и кукуруза, и всякие вот эти что-то они там носят. Пирожки, пахлава, да, кукуруза. Все, надо кормить ребенка дома, идти на пляж. На пляже ничего, кроме воды, ему не давать.
кормить дома, только дома. Вот. А, конечно, мамы зачастую кормят, ну, жалеют дітей, в кавичках, делают медвежью услугу, покупают на пляже что-то, деякі они плачут. Деякі беруть їжу з собою, свою, это наприклад. Тоже желательно не употреблять, потому что горячий воздух, горячая вода, и это продукты быстро портятся. Вообще желательно не употреблять молочные продукты сомнительного производства, не кормить детей. Мороженое тоже, если вы видите, оно или деформировано, значит, оно уже размораживалось. Или сроки годности всегда надо смотреть. То есть покупать в магазинах, а не вот тех, которые носят по пляжам. Звичайно, морозиво також може стати обязательно, причиною. Обязательно, да, потому что это молочный продукт. И, конечно же, может быть, если оно нарушено сроки хранения, и стафилококк, кишечная палочка, все это серьезные возбудители для кишечных инфекций. Тщательно следить за этим. Цього літа які особливості, особливо кишкові інфекції розповсюдження? Ну, как бы в основном, я не скажу, что это прямо сильно розповсюдження. Да, есть кишечные инфекции, но нет такого всплеска. Пищевые токсикоинфекции очень много. Это опять-таки употребление в продукт. Це отруєння, так? Отруєння, да. Это употребление некачественных продуктов, просроченных продуктов, порченных продуктов, плохой воды некачественной и так далее. Немытые руки. Дети, как правило, особо они руки, ну, мамы могут упустить этот момент. Поэтому я же говорю, даже если мама сильно следит, все равно она не может постоянно круглосуточно уследить за ребенком. Он 2 секунды палец засунул в рот, что-то там это самое. Потом даже те же взрослые, есть взрослые, надо не забывать об этом, которые носители той же кишечной палочки, той же сальмонеллы. И я вообще не люблю, когда маленьких детей целуют взрослые, родственники, чужие люди. Не давайте деток своих целовать. Мне в щечку, вот взрослый носитель сальмонеллы поцеловал в щечку, ребенок вытер, пальцы в рот, ну и все, тут много не надо. И это заканчивается тяжелой инфекцией. Не надо так. Это тоже от большой любви детки страдают. Особливо від великої любові незнайомих людей, так? Да, да. Або пригостили чимось смачненьким сусіди по кімнаті. Сусідні. То же саме, так, да, теж зачастую. Отже, які кишкові, давайте до кишкових інфекцій ми повернемося пізніше, давайте. Заговорили про отруєння. От чим відрізнити отруєння від інфекції? Чим воно відрізняється? Отруєння, взагалі, защитна реакція організму включається і при пищевому токсикоінфекції, і при, вже, якщо є кишечна інфекція. Це, прежде всего, робота. Тобто, організм хоче збавитися від чогось плохого, від того, що поступило к нему. У нас є біологічні бар'єри, які вбивають патогенные бактерии. Это прежде всего слюна обладает бактерицидным действием, желудочный сок, он имеет высокую кислотность, которая убивает патогенные бактерии. И хорошая флора, та хорошая флора, которая есть в кишечнике, которая тоже справляется с этими патогенными бактериями. Вот. При отравлении это просто употребление несовместимых продуктов, некачественных продуктов, просто идет рвота, повышение, то есть нарушается обмен веществ, повышается уровень ацетона, то есть нарушается обмен веществ и повышается уровень ацетона в крови. Вот. То есть там детка, при том и при том случае главное выпаивание, потому что идет обезвоживание организма. Маленькие дети, они очень быстро обезвоживаются. При кишечной инфекции, это причина кишечной инфекции, как правило, это или бактерия патогенная, или вирусы. Но у деток в основном, конечно же, это вирусы. Що робити перше, коли ми побачили, що з дитиною щось не так, щоб не потрапити до лікарні? Прежде всего, нами любимые фталазоловые левомицетины, особенно бабушки, советы бабушек, это не подходит. Никаких антибиотиков в первые дни, если нет к этому показаний именно врача, врачебные показания. То есть, да, только доктор должен решать, нужен антибиотик или не нужен. Антибиотик, как правило, нужен только при тяжелом течении инфекционного процесса, кишечной инфекции. Прежде всего, если родители будут правильно выпаивать, это борьба с обезвоживанием, тогда есть шанс, что вы не попадете в больницу, вы справитесь, если будете правильно все делать с этим дома. Правильно выпаивать? Как это выпаивать? Да, нет, сначала надо определиться, когда ехать в больницу, а когда нет. Степени обезвоживания должны быть как бы четко ограничены. Что такое обезвоживание? Это организм теряет жидкость, не только воду, но и соли, что немаловажно. При потере солей нарушается работа внутренних органов, печени, сердца, почек и так далее. Вот, чтобы этого не было, надо, чтобы мама смотрела за ребенком. Значит так, если ребенок не мочится в течение 6 часов или более, если у ребенка запавшие глаза, если запавший родничок, это если маленький ребенок, сухость кожи, сухость языка, плач без слез,
то это уже высокий, ну, с высокой степенью обезвоживания. Это тот, та ситуация, когда надо обращаться к медработнику, вызывать скорую или самим ехать в больницу. Понятно? Если до этого еще не дошло, если мы начали вовремя выпаивать, вот, мы чем поим? Поим, есть специальные растворы, продаются они в аптеках, это глюкоза там содержится и электролиты. Желательно этими растворами. Но если ребенок не хочет пить, не давите его этими растворами, хотя бы чаек. Пусть он пьет то, что он пьет. Если вы где-то, у вас нет под рукой ничего, давайте воду, давайте то, что есть, отвар шиповника. Но ничего не давать – это преступление. Это хуже, чем давать то, что есть под рукой. Скільки розчину або жидкості повинна дитина випити, якщо вона отруїлася? Ну, зависимости от того, да, сколько, какая степень обезвоживания. Ну, чем больше ребенок пьет, поить, кстати, надо дробно и часто. Не так, что вот поставили чашку перед ребенком, и он должен эту чашку за 3 минуты выпить. Нет. Понемножечку, по чуть-чуть, каждые 15 минут, по 20-30 мл, сколько пьют, чтобы не было рвоты, чтобы не вызвать рвоты. Тобто можно навіть по ложці давати, так? По ложці, со шприца мама випаивает, то есть если мама умеет випаивать, понемножку. То же самое и касается питания. Что характерно для того, чтобы вы быстро избавились от кишечной инфекции первые сутки? Это голод и випаивание. Желательно первые сутки вообще ничего не давать, ну, маленьким деткам не будешь давать, без молочной каши, понемножечку тоже, частое дробное питье и частое дробное питание, без молочной каши, овощные супчики, питьевые растворы, вот эти все, что мы с вами перечислили, вот, и вполне можно справиться с этой ситуацией дома. Що ви як фахівець кажете до бульйонів, які найчастіше наші мами, бабусі, давайте дамо чистенького прозорого бульйончику. Вот как раз и бульончики и еще более усугубляют ситуацию, и это может быть провоцировать и нарушение обмена веществ, появляется опять-таки тут же ацетон, это усугубляет это все, ребенок может начать рвать, провокация этим. То есть мясные бульоны категорически первые сутки запрещены, только овощные. Що робити, крім випоювання? Можно дать симптоматические адсорбенты. То есть, прежде всего, вы смотрите, вы можете промыть желудок. Вот почему идет первые часы рвота и понос. Организм, мы говорили об этом, хочет избавиться, да, от плохого. Вы можете помочь промыть желудок или сделать клизму. Клизма – водичка, обыкновенная водичка. Водичка должна быть градусов 20. Вот, и смотреть, чтобы эта вода вся вышла. Это обязательно. И потом можно дать сорбенты. Сорбенты – это препараты, которые на себя забирают в кишечнике токсины, которые не успели еще всосаться. Их много на рынке. Те, что детки любят, мамы каждый знает. У кого-то ребенок пьет один сорбент, у кого-то другой. Вот уже как бы эта ситуация с детьми встречается, естественно, с маленькими часто. Почему? Потому что, опять-таки, в силу анатомических особенностей. Желудочный сок у них обрабатывается в меньшем количестве, он не обладает таким бактерицидным свойством, как у старших детей и у взрослых. Первое. Второе, как правило, мы любим детям давать запивать, дети любят запивать, а это еще больше разбавляет желудочный сок, если в пищу попала какая-то патогенная бактерия с пищей, сразу детки любят очень многие запивать. Вот, это тоже разбавляется желудочный сок, и получается эта патогенная бактерия попадает в кишечник. Потом в кишечнике очень часто, вы знаете эту ситуацию, мамы любят лечить сами по рекламе, давать антибиотики, где-то что-то чуть-чуть температура, все, мы покупаем антибиотик, не посоветовавшись с врачом, без рекомендации врача, это тоже убивает свою микрофлору в кишечнике. То есть и в кишечнике защиты нет, и в желудке защиты нет, и, естественно, разыгрывается кишечная инфекция. То есть сами усугубляем ситуацию. Ви сказали про промивання шлунку. Як це проводиться в домашніх умовах, що робити, що брати для того, щоб промити шлунок, як промивати його? Ну, якщо мама боїться, то, звісно, краще зробити це. Це не часто робиться, краще це зробити в медичних умовах, я так думаю, щоб спеціально обучений медперсонал. Вот, тому що маленькому ребенку ти не заставиш його випити літр жидкості, да, і потім визвати рвотний рефлекс. Вот, поэтому лучше это сделать в медицинских условиях. Но я хочу еще сказать, должны четко определиться, когда вызывать скорую, да, и когда вести ребенка в стационар, а когда можно справиться дома. Если вы видите, что в стуле есть кровь, или в рвотных массах есть кровь, если температура не падает в течение суток, если ребенок не мочится в течение более 6 суток, это, естественно, те ситуации, когда не надо ждать,
и надо вызвать скорую. То есть это уже идет рост и как бы вот активность патогенной флоры, которая попала в организм. Это уже утягощает ситуацию, и кишечная инфекция, она будет как бы прогрессировать. Чи допоможуть проклізмити дитину правильно вже готові мікроклізми, які можна придбати в аптеці? Да, конечно, помогут. Еще хочу сказать по поводу питьевого. То, что мы говорили, обезвоживается организм, прежде всего, это выпаивание. Не лечение антибиотиками, а поить. И растворы, вот жидкости, должны быть температуры тела. Если температура тела у ребенка 36-37, то такого же желательно, потому что в таком случае эти растворы быстрее всасываются и быстрее наступает результат. Если температура выше? Если температура выше, то треба сбивать. Это не та ситуация. Это как, вот, допустим, при вирусных инфекциях температура. Тогда можно подержать, да, подождать. То есть температура мы не сбиваем. Да? Организм пока борется. Там идет 37-37,5, организм борется, мы не сбиваем. В случае с кишечной инфекцией все кардинально наоборот. В любом случае температура есть, это дополнительная нагрузка на организм, это дополнительное потоотделение, вот, и эту температуру надо сбивать. У ребенка и так рвет, поносит, а тут еще нагрузка температуры, то есть еще больше жидкости выделяется, то, что рвет, поносит, и еще идет выделение с кожей, быстрее обезвоживается организм, и чем меньше ребенок, тем быстрее он обезвоживается. Поэтому в любом случае температурку надо сбивать в этой ситуации. За вашим досвідом, скажіть, будь ласка, які інфекції найбільш такі вони небезпечні, з якими все ж таки варто звернутися до лікаря у будь-якому? Та небезпечна інфекція, вона завжди проявляється в клінічній. Тобто, якщо це сальмонеллоз, якщо це кишечна паличка, якщо це стафілококк, бактеріальна, я маю на увазі, то, звісно ж, воно йде одразу. Неукротима рвота, стул може бути з кров'ю, з примісі кров'ю, одразу висока температура, то, звісно, ви визовете скорую, це вже має бути заподозрено. Или стул з тіною, ну, якби болотна тіна, зелень, от ці вот всі моменти, завжди маму настораживають. Вона сама вже бачить, що щось не то. Це необычний розжижений стул или жидкий. Просто как бы он нормального цвета, просто он жидкий, льется. Вот. При ротавирусной инфекции, это практически мы говорили с вами, 100% детей до 2 лет переносят ротавирусную инфекцию. Там просто идет водянистый жидкий стул обычного цвета. И опять-таки, прежде всего, это выпаивание. То есть можно начать пытаться дома лечить. Вот. Если вы не справляетесь с этим, то, конечно же, в чем риск ухудшения ситуации и смерти даже от ротавируса, очень много умирают детей. Это первая причина, это обезвоживание. Мы никогда не будем об этом забывать. Найчастіше мами все ж таки з насторогою відносяться до того, щоб потрапити в інфекційну, тим більше дитячу лікарню. Тому що чомусь, якщо говорити там з мамочками, то кожна там друга, навіть там одна з десятьох, я кажу, якщо взяти, то дев'ять скажуть, ой, тільки не в лікарню, тільки не в інфекційну. Да. Чому таке ставлення, ну, не до лікарні, чому таке відношення до цих хвороб? Ну, мамочки самі собі отягощають життя, я би сказала так. Якщо мама не панікувала, прежде всего не панікувати, перше. Второе, якщо ви в чому-то сумніваєтесь, визовіть участкового врача, вона завжди прийде на допомогу. Третє, з першої же хвилини ви починаєте поїти дітей, да, ми з вами це говорили. Наблюдайте, второе, наблюдайте за ребенком, який у нього стул, з кров'ю, нормальний, ненормальний. Ще раз говорю, якщо щось настораживає, ну, якщо вже ви бачите, що ви не справляєтесь, визивайте скору. І тут вже не говорить, не йде розговор о том, що ой, ми боїмося їхати в інфекціонку. Це однозначно стаціонарне лечення. І чим младше ребенок, тим швидше ви повинні попасти на лечение, профильный стационар, профильным врачам. Коли лікарі призначають антибіотики, про які ви вже говорили? При тяжелых формах кишечных инфекций. Тяжка форма, да. Це як? Также дети до года. Коли ви бачите, що організм дитини вже не справляється, да. Якщо сам? Якщо є змінення в крові, плохі, ну, то есть доктор определяется. Если есть воспалительные процессы, кровь плохая, ребенок маленький, высокая температура, неукротимый рвота, понос, тогда врач принимает решение об антибактериальной терапии. Скільки триває лікування взагалі? Ситуации разные бывают, но в основном где-то
Бывает от трех, ну, мы ждем посевы. Если ребенок попадает к нам, мы, конечно же, ждем посевы, выделится ли там какая-то патогенная флора. Если выделится, тогда уже мы еще и должны санировать это все, убрать ее. Вот. Поэтому 5 дней однозначно ребенок у нас от 5, 7 до 10 дней максимум, в зависимости от тяжести и от того, что там высеется на флору, ну, патогенная флора какая. Ви вже говорили про те, що перша доба при таких хворобах, як отруєння, інфекційні кишкові хвороби, це голодування та випоювання. Да. Якщо дитині вже стало легше, але він продовжує лікування. Це вже тоді всі розслабляються, извините, я вас переб'ю. І починають мами вже радіють. І годувати чим завгодно. Да, вже бабушки печуть пиріжки, приносять. Отже, это строго запрещено. Поговоримо про дієту, про лікування. Хочу быстренько сказать, чтобы мамы запомнили, что это что такое гастроэнтероколит, кишечная инфекция? Это воспаление клеток слизистой кишечника. А эти клеточки восстанавливаются в течение месяца. Угу. И при ротавирусной инфекции, и при бактериальных инфекциях. Поэтому в течение месяца, вообще первую и две недели мы соблюдаем диету, а желательно месяц. А мамы расслабляются и сразу начинают. И потом происходит срыв. Почему происходит срыв? Да потому что клетки еще не восстановились. Вот, вот это важно помнить. І розширяти дієту треба постепенно. Як з малюками, да, так? Так, як з маленькими дітьми. Тому що треба запомнити, що клітки розрушені, грубо говоря, вони дуже сильно воспалені, і щоб їх відновити, потрібно просто час. Чому, чого категорично не можна при лікуванні кишкових інфекцій? Ну, ті продукти, які запрещені по возрасту, це однозначно. Потім солене, копчене, жарене, жирне, це, звісно. Вот. И даже тоже мясо должно быть диетическое. Это крылятина, индюшатина, телятина. Вот. Желательно свинину, конечно, деткам вообще не дают. И даже желательно курицу не употреблять. Угу. Яйца, курка, ну, мало того, что они аллергенные, да. И также яйца куриные. Желательно перепелиные, потому что от них больше толку. А угу. Куриные, мало того, что это тяжелые, они еще и могут вызвать аллергию. Есть, я имею в виду в чистом виде. Вот. Що ще? Щодо молочних продуктів? Молочні продукти, починати треба з кисломолочних продуктів. Як таково молоко, особливо в цільному виді, теж через місяць. Угу. Мінімум через 2 тижні, тому що воно дуже важке. Треба розуміти, що молоко – це не питьо, а молоко – це така ж їда, як всі інші продукти. Молоко – це їда. И оно очень тяжелое, оно очень плохо переваривается и тоже может произвести к срыву и повторению этих всех симптомов кишечной инфекции. Ну, деякими мамам все ж таки сприймається, що дієта – це оті циркові маси, які продаються в наших магазинах. И на полицах магазинів вони виставляються. Да, особенно шоколадная глазурь. Нет, конечно, ни в коем случае. Ну, мамы спрашивают, ну, можно, если ребенок до этого ел определенную марку, да, мама видит по срокам годности, все, он хорошо следит, можно, но тоже на концу второй недели после как бы улучшения клинической симптоматики от кишечной инфекции. То есть минимум 2 недели ничего нового не давать, ничего лишнего, то есть начинать надо мяско, там, сначала мясо диетическое, потом мы постепенно там переходим на кисломолочное, там, ну не творожок, а йогурт или кефир, что ребенок ел. Угу. Вот. Соки магазины мы вообще запретили, да, угу. Магазинные соки. Это могут быть домашние компоты, отвары сухофруктов, это вообще первейший продукт и при отравлениях, и в дальнейшем при восстановлении. А чему? Потому что они содержат эритролиты. Мы отвариваем сухофрукты, это калий, они богаты электролитами. Калий – это полезен для работы сердца и других органов. Тобто вот, то, від чого ми стараємося восполнити організм, то есть восстановити нарушений, да, нарушений баланс. Дякую вам за те, що знову завітали до нас. Я сподіваюся, що вас і надалі буде поменше роботи. Да, я хочу ще раз мамам обратитися. Прежде всего, не забывайте о правилах личной гигиены ваших и ваших детей. Если ребенок заболел, ему отдельная посуда, все стерилизовать, лишних в дом не пускать, домашний стационар. Будьте бдительны и здоровы. Всего вам доброго. Дякую вам. З нами сьогодні була Юлія Твердохліб, заступник головного лікаря дитячої обласної інфекційної лікарні. Сподіваюся, що вам наші поради були корисними. Будьте здорові, бережіть себе та своїх дітей. До побачення, до нових зустрічей.